Всем привет, я Макс Углов. Мы находимся на ВДНХ, где МТС построил нереальный скейт-парк. Сегодня я постараюсь научить вас делать Backside Board Slide. Это самое базовое скольжение на доске. В 99% случаев это будет первый трюк, который вы разучите на периме. Чтобы начать пробовать этот трюк, вам необходимо подъехать к препятствию параллельно, чтобы оно находилось у вас за спиной. Ноги ставим как на олли и заносим переднюю подвеску за перилы, разворачивая доску перпендикулярно вектору движения. Держим равновесие до тех пор, пока препятствие не закончится, и сходим, разворачивая доску по направлению движения. Главной ошибкой при выполнении данного трюка является отклонение тела назад при заходе на перилу. Это очень травмоопасная ошибка. Поэтому трюк нужно делать с самого начала правильно, не бояться держать доску строго под ногами, и тогда все будет круто. С помощью мобильного интернета 4G LTE от МТС вы можете зайти на сайт wowmoscow.mts.ru и прямо на площадке посмотреть и обучиться новым трюкам. Свои работы выкладывайте под хэштегом wowmoscow. Лучшие работы будут оценены и получат призы. Ты знаешь, что можешь!